Новости из Мирного. Юбилейную дату отмечает ветеран алмазной промышленности, заслуженный работник «Алроса», почетный гражданин Ленска, Удачного и Мирнинского района Анатолий Попов. О жизненном пути юбиляра в репортаже коллеги Иваны Филипповой. Свой путь в алмазной промышленности Анатолий Тарасович начинал простым рабочим. Молодой специалист, выпускник Свердловского горного института, осуществил свою детскую мечту. Связал жизнь с добычей алмазов на долгие 38 лет. В 1983 году он был избран председателем правкома. Последовательно занимал посты председателя исполкома, секретаря парткома, Мирнинского горкома. В начале 90-х Анатолий Попов вернулся на производство. Вырос до вице-президента «Алроса». Мне повезло в жизни, потому что я работал везде, в очень хороших коллективах. Всегда я контактировал, и окружали меня прекрасные трудовые коллективы, рабочие, служащие, руководители. В 2002 году Анатолия Тарасовича избрали главой администрации Мирнинского района. 5 лет он достойно проработал во благо Алмазного края. Анатолий Тарасович Попов был первым всенародно избранным главой муниципального образования Мирнинский район. Именно в годы, когда Анатолий Тарасович Попов руководил Мирнинским районом, была проделана большая работа по подготовке к празднованию 50-летия города Мирного и алмазодобывающей промышленности. Именно тогда в городе Мирном было построено и в районе много социальных объектов, и город Мирный действительно получил второе дыхание. Человек с большой буквы, коммуникабельный, отзывчивый, справедливый. Так говорят об Анатолии Тарасовиче все, кто знает. Сейчас Анатолий Попов на заслуженном отдыхе. С удовольствием проводит время с близкими людьми. Его гордость – сыновья. Моими детьми, их воспитанием занималась моя супруга Лидия Ивановна. Она по профессии учительница. Потом мне повезло в жизни, что наши дети воспитывались как надо. Пройден большой путь. Все регалии за вклад в развитие района, республики не перечесть. Его жизненный путь – пример для молодых. Иванна Филиппова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».